Юрий Волос, главный тренер команды «Спарта». Юрий, поздравляю вас с победой. У вас на шее красуется медаль за первое место. И сразу по горячим следам вопрос. Какие эмоции сейчас у главного тренера и у команды «Спарта» после победы? Только положительные, конечно же. Победили в сложной игре. Противник был достоин. Только радость. Вопрос по команде соперников. Считаете ли вы, что у «Спарты» на данном турнире это была самая сложная игра, и «Заречье» вам фактически устроило экзамен вашим амбициям? Ну, у нас и первая игра в группе была с ними довольно-таки сложная. И сейчас это финал. Здесь чаша весов могла качнуться в любую из сторон. Я говорю, соперники были достойны друг друга. И, ну, мы, видимо, были сегодня чуть посильнее. Это первый трофей у команды «Спарта» вообще? Да. У нас есть внутренняя лига, где мы участвуем, занимаемся, да? Там мы были серебряными призерами. И вот это наш первый трофей, чему мы очень рады. А как вам ощущение вообще от проведенного турнира? И планируете ли вы принять участие на будущий год? Ощущение супер. Хотел бы выразить благодарность организаторам. Очень классно все с точки зрения медийности, фото, видеоотчеты. Всем очень понравилось. Турнир, к сожалению, расстроило, что такое маленькое количество ребят. Команд подтвердилось. Вот. Но я думаю, что, конечно, праздники, да, всем тоже хочется отдохнуть. Ну, еще раз повторюсь, очень понравилось. И детям получили заряд положительных эмоций. Все здорово. Огромное вам спасибо за ответы. Еще раз вас с победой. Спасибо большое. Удачи вам в дальнейшем и успехов вам. Спасибо.